Добрый день, дорогие друзья! Всем привет из зимнего Тайгана. Но обратите внимание, сколько зелени, яркое солнышко. И совсем не складывается впечатление, что это зима. Вот травка зеленеет, и львы на солнышке лежат, блаженствуют. Такая зима им нравится. Вот наш Самсон, красавец. Очень такой харизматичный лев. Какая у него грива шикарная. Кстати, друзья, грива львам дана не только для красоты. На самом деле от нее очень много неудобств, потому что в ней попросту жарко летом, когда высокие температуры. Поэтому львы-самцы чаще уходят в тень, чем львицы. Вот львица залезла наверх, две красотки у него. И Самсон действительно наслаждается жизнью здесь, в парке львов Тайган. Да и вообще в неволе львы живут гораздо дольше, чем в естественных условиях, в природе, практически в два раза, потому что там жизнь полна опасностей. Вот так бы львы спокойно целые сутки не могли бы лежать отдыхать, потому что в дикой природе всегда стоит задача найти пропитание. Нет холодильников, нет зарплаты, имея которую можно пойти в магазин. Там все зависит от удачи и своих физических кондиций. Поэтому львам приходится, конечно, в природе не так уж и сладко, несмотря на то, что это высший хищник и находится на вершине пищевой цепочки. Поэтому, друзья, когда кто-то в комментариях, смотрю, то и дело попадаются: нет, мы против содержание животных в неволе, выпустите их на волю. Но хочется так и сказать: ребят, почитайте, пожалуйста, хотя бы информацию на этот счет, и тогда вы не будете писать такие комментарии. Вот, друзья, даже зимой парк львов Тайган, обратите внимание, полон ярких красок. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам, друзья, за ваши лайки, комментарии. Пока-пока.